В областной библиотеке имени Горького прошла презентация переиздания книги нашего знаменитого земляка, народного художника Советского Союза Валентина Михайловича Сидорова «Край вдохновения». На встречу с мастером приехали почитатели его таланта со всех концов России и даже из-за рубежа. Уроженец деревни Сорокопенья в Тверской губернии Валентин Михайлович – это самый настоящий классик отечественной живописи. Академик Академии художеств и член-корреспондент, лауреат государственных премий и председатель правления Союза художников в течение более чем 20 лет. При этом он не забывает свою малую родину. Валентин Михайлович всегда приезжает и со студентами. У него свой стиль, свой почерк, свое отношение к жизни. И, извините, дожить до такого возраста и не потерять творческого духа – это много. Кому, как не Валентину Михайловичу, было написать объемный труд под названием «Край вдохновения» об истории пребывания на Тверской земле знаменитых русских художников – Левитана, Шишкина, Кипренского, Куинджи, Серова и многих других. Верхневолжье не один век привлекало их своими уникальными пейзажами. Валентин Михайлович признается, что не просто описывать на бумаге то, что привык выражать кистью и красками. Нужно, как сказать, определенный настрой, определенное состояние души. Вот, перевести с красок, понимаемых в изобразительном искусстве, с ритмики на словесный ряд, это очень трудно. Недаром говорят, что живопись словом не скажешь, вот, никак не выразишь. Впервые книга «Край вдохновения» вышла в свет в 80-х годах и сразу стала библиографической редкостью. И вот теперь отпечатано новое, дополненное издание, которое тут же на презентации нетерпеливо стали листать многие участники встречи. Важность этого события отметил губернатор Игорь Руденя. Он, находясь в командировке, прислал приветственный адрес. Сегодня издание получило новую жизнь. Уверен, что этот колоссальный труд позволит жителям Тверской области и всей России глубже познакомиться с выдающимися культурными наследием Верхневолжья. Благодарю вас, уважаемый Владимир Михайлович, за вклад в сохранение исторической памяти, традиций и ценностей нашего народа. При этом Валентин Михайлович Сидоров внес еще один весомый вклад в культуру своей малой родины, передав Верхневолжью часть своих картин. Решением регионального правительства на основе этого собрания в Твери создадут галерею, которая будет носить имя нашего знаменитого земляка.